Рината Литвинова на 50-летие сделала себе необычный подарок. 12 января российская актриса, режиссер и сценарист Рината Литвинова отпраздновала день рождения. В этом году ей исполнилось 50 лет. Многие женщины, достигнув определенного возраста, пытаются в дальнейшем его не афишировать и не озвучивать. Многие предпочитают даже несколько лет скосить. Однако одна из самых красивых и неординарных женщин современного российского кинематографа Рината Литвинова не из таких. 12 января ей исполнилось 50 лет, и она этого не скрывает. В этот день актриса и режиссер получила много поздравлений и слов восхищения у себя в Инстаграм. Сама же именинница 12 января вместо традиционных фото с застолий выложила в соцсеть свой автопортрет. Литвинова нарисовала картину в ноябре прошлого года, видимо, заранее, чтобы успеть закончить самой себе подарок в срок. День рождения Рената Литвинова отпраздновала во Франции с дочерью и близкими друзьями. Уже пару лет ее единственная дочь Ульяна живет и учится в Париже, потому Литвинова часто там бывает.